Дорогие друзья и гости моего канала, здравствуйте! Показываю вам сегодня видео, короткое видео о первоцвете примулы Зибальда. Примула Зибальда – это многолетнее травянистое растение вид рода первоцвет. Происхождением своего европейского названия примула Зибальда обязана ботанику Филиппу фон Зибальду, который в XIX веке привез впервые несколько десятков японских сортов в Западную Европу. Растение до 30 сантиметров, цветонос где-то от 20 тоже до 30 сантиметров. У меня здесь сеянцы, то есть растения, полученные путем высевания семян. Им уже третий год. У меня получилась такая расцветка от розовой до бело-розовой. Здесь показано три вида выращенных мною примул. Примула Зибальда предпочитает полутенистые места, хотя могут мириться и с более открытыми местами при условии притенения в жаркую солнечную погоду. Через месяц-полтора после цветения растения уходит в состояние покоя. Надземная часть отмирает.